Приемные комиссии вузов завершили свою работу, а вот СУЗы только начали набор абитуриентов. Приемные комиссии учреждений начального и среднеспециального образования будут работать до 25 августа. Между тем, юридический колледж Международной полицейской ассоциации уже завершил прием документов и готовится к отбору новых студентов. С подробностями Вера Гаврильева. Прием документов в Якутский юридический колледж начался месяц назад. Колледж готовит специалистов по трем направлениям – пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, право и организация социального обеспечения. Студенты обучаются от 2 до 3 лет. По окончанию выдается диплом о среднем профессиональном образовании государственного образца. Ежегодно, вот особенно последние годы, у нас поступление стало очень много документов подают. Но нынче количеством отношений... Значит, мы будем набирать где-то 120-150 человек. В прошлом году было 130. Это зависит не по требованию лицензии, это зависит от посадочных мест. Если юридический колледж уже завершил прием документов, то в других учреждениях прием идет полным ходом. Мы прием делаем на базе 9 классов по 2 специальностям. Это техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники. И вторая специальность – сети связи и системы коммутации. Остальные 5 специальностей – это на базе 11 классов. Позапрошлом году через нас прошло больше 1200 человек. В прошлом году это было где-то 1500 человек. Но сейчас мы где-то тоже на уровне 1500 человек прием делаем. Учиться можно и за пределами столицы республики. Желающих поступить в образовательные учреждения в других населенных пунктах Якутии набралось немало. Сейчас, в данное время, мы набрали 761 абитуриентов. В основном, как хорошо идут дела, то в Ханамском идут, Алданском, Мирном. Вера Гаврилева, Василий Слепцов, НВК СХ, Якутск.